Хорошее содержание всегда в форме. Книгу с исключительным содержанием и отличной формой вам представит в своей постоянной рубрике наш книжный обозреватель Зинаида Крылова. Здравствуйте! Это литературная рубрика культурного телеальманаха «Арткод». Меня зовут Зинаида Крылова. Хорошие книги – друзья навсегда. А, как известно, самая крепкая дружба – та, что родом из детства. В нашем городе на этой неделе проходит замечательное мероприятие – неделя детской книги. И сегодня я порекомендую вам почитать один из лучших в мире романов для подростков. «С кем бы побегать?» Автор – израильский писатель Давид Гроссман, лауреат Букеровской премии по литературе. Так вот, Давиду Гроссману удалось написать книгу, которая одновременно универсальна и неповторимо. По этой книге снят фильм, тоже призер фестиваля. Она была переведена на 20 языков мира. Основной возрастной ценз 12+, но кое-где она выходит вообще как книга для взрослых. «С кем бы побегать» — это волшебная вещь. Да, но любой читатель со стажем скажет, что она абсолютно правдива. Ну, смотрите. 16-летний застенчивый подросток, мальчик по имени Асав, бежит по Иерусалиму, чтобы найти владельца потерявшейся собаки. И за каждым поворотом его ждут удивительные встречи с добрейшим продавцом пиццы, с греческой монашкой, которая 50 лет не выходила из своей башни, с потерянными детьми и наркоманами, с гениальным мальчиком-астрономом, с хозяйкой кафе, лицо которой в таинственных шрамах. И все они рассказывают ему о необыкновенной Тамар, девочке, хозяйке собаки. Он продолжает бежать, искать ее, но эти поиски становятся с каждым поворотом, с каждым переулком все опаснее. Но вот это захватывающая история. История о дружбе и доме, о комплексах и самореализации, о смелости, об иллюзиях и реальности. Это история о потерях, о вере в людей. Это история о преданности и одиночестве. И, конечно, «С кем бы побегать» — это роман о любви. А улицы Иерусалима в нем — это только фон. События могли произойти где угодно. Но вот даже на улице Кирова, в Гродно. «С кем бы побегать» — это прекрасная история о том, что человек может преодолеть все, если поверит в себя, если ему есть ради кого. Вот говорю это и улыбаюсь, потому что тепло на душе от воспоминания о прочитанном. И напоследок, 18 лет назад этот роман получил престижную премию «Сапира». Это аналог Букеровской премии, не израильский. Так вот, значительную часть этих больших денег Давид Гроссман пожертвовал благотворительной организации, которая на эти средства организовала центр помощи подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Этот центр существует и работает и в наши дни, вот сейчас. Он называется «С кем бы побегать». Почитайте, и ребята, и взрослые, почитайте, и вы поймете, что всегда есть с кем бежать по жизни. До встречи!